Наташа, поднимай. Даша, давай опусти ее. Ну-ка давай. Давай-ка еще сделать. Мы только что закончили процедуру делать. Давай, Акош, поднимай головку. Вот она держит головку. О, держит, молодец. Вот умница. Ой, молодец. Вот умница. Вот что и хотелось прям достичь. Хотя бы вот за эти процессы столько. Время. А вы не зря приехали, вы научились сами-то делать? Да, конечно, я научилась. Конечно, очень сложно, но стараюсь. Научилась сама и буду делать. Очень сложно, не боги горшки обжигают. Все возможно. Я не бог. За все возможно. Потихоньку навык. Молодец. Потихоньку будет навык нарабатываться. Самое главное, я просто, когда приехала сюда, постоянно, когда я обращалась к врачам, приезжала хоть в Китай, хоть везде, в России, везде, мне всегда говорили, что я уже поздно обращаюсь. Постоянно говорят, поздно, ребенок вырос, вы уже не сможете ее поднять на ноги. А вот Николай Борисович просто... Она целый день переживала. Чего мне рассказывали про экстрасенса? Я говорю, хотела, я даже, у меня были такие мысли, обратиться к экстрасенсу, чтобы она нашла мне стоящего того врача, который действительно бы сказал, этот ребенок пойдет. Потому что, обращаясь к врачам, вот вы сами видите состояние ребенка. Все врачи мне говорят, уже поздно, ребенок не встанет и не пойдет. Но сейчас, в данный момент, Николай Борисович мне сказал, никогда не поздно, и возможно, все возможно, если выполнять все эти процедуры, которые он нам показал, научил нас здесь. И мы надеемся, что Даша у нас не только там сядет и пойдет, и бегать. Безнадеемся, вся это пойдет. Да, будете работать. Выйдем замуж, родит вам внука. Ой, не говорите. Так что работайте, восстанавливайтесь.